Я Антон Бешляга, и это обзор KTM RC 390. KTM RC 390 – это полноценный спортбайк, который отлично подходит для тренировок на треке. Он позволяет получать все необходимые навыки управления новичкам и поддерживать форму профессионалам. Прогрессировать на нем можно намного быстрее, с минимальными рисками за относительно небольшие деньги. Для компактных треков этот мотоцикл подходит намного лучше, чем 600-ка или литр. Пилот меньше устает и может дольше тренироваться. Есть возможность активнее рулить и работать газом, за счет чего быстрее вникать в принципы прохождения поворотов. Приходится переключать передачи и работать сцеплением. Из-за легкого веса мотоцикл практически не страдает при падениях и дешев в обслуживании. KTM RC 390 – самый энерговооруженный мотоцикл в своем классе. Мощность двигателя – 44 лошадиные силы при весе мотоцикла – 147 кг. База и органы управления адаптированы под гоночную эксплуатацию и спортивную посадку. В стоке мотоцикл отлично настроен и сбалансирован. Стоят хорошие тормоза Байбре от дочернего предприятия Брембо. Мотоцикл комплектуется системой ABS, что особенно полезно при городской эксплуатации. Хорошая перевернутая вилка и амортизатор ВП без регулировок, но они не требуются. Подвески на мотоцикле настроены правильно. Стандартная резина Midzeller быстро прогревается, отлично держит и позволяет низко наклонить мотоцикл. Рулевое управление удобное, со всем необходимым функционалом. На панели приборов есть индикатор Shift Light, который помогает пилоту вовремя переключиться. Данная модель хороша тем, что не надо ничего переделывать и настраивать, чтобы начать тренироваться. На все мотоциклы нашей Академии мотоспорта мы поставили только гоночный пластик из-за регламента соревнований. Еще я себе поставил регулируемые подножки, чтобы смоделировать посадку, которой я привык за многие годы тренировок и гонок. На мотоцикле можно научиться всему и показывать отличные результаты, не вкладывая лишних денег. Наша Академия мотоспорта базируется на треке «Лидер» в Подольске. На «Лидере» много сложных, интересных поворотов, очень полезных при обучении. Для такого трека KTM RC 390 – идеальный вариант. Шестисотка и литр не позволяют тренировать работу с сцеплением, так как проезжают всю трассу на одной передаче. Инерция тяжелого мотоцикла скрадывает ошибки управления и замедляет прогресс пилота. Это был обзор KTM RC 390. Благодарим официального представителя KTM в России BikeLand за предоставленную технику. Приходите тренироваться в нашу Академию мотоспорта на треке «Лидер» и подписывайтесь на канал «Stantec».